Эту должность нужно предложить генералу Расторгуеву. А меня кто-нибудь спросил, хочу ли я вернуться? Он не хотел быть пешкой в чужой игре. Теперь я уже не буду играть по вашим правилам, исключительно по своим. Но чтобы спасти друга... Парня награждать надо, а вы его тупо закрыли. И разобраться со своим прошлым... Про мою жену это правда. Генерал Расторгуев возвращается в строй. Здорово, мент. Здорово, вор. Андрей Чубченко. Генерал Расторгуев, новый начальник УМВД. Я не шериф. Шеф, возвращение. Шеф, ты что творишь, а? Я ведь стрелять буду. Ну так стреляй, что зря разговариваю. Премьера во вторник в 21:15 на НТВ. Никогда не поверю, что тебя устраивает сытая жизнь в коммерческом банке. Такие, как ты, привыкли спать с пистолетом под подушкой. Новый сезон любимого сериала. Я генерал полиции Расторгуев. Приказываю немедленно снять с нас наручники. Шеф возвращается. Ну и как ты после нашей зарплаты на полицейский оклад? Деньги не самое главное в жизни. Если бы вы знали, Виктор Сергеевич, как я соскучился по настоящей оперативной работе. Преступление имеет все признаки заказного. Тебе не кажется, что количество трупов вокруг твоего Расторгуева начинает зашкаливать? Хочешь денег? Завали мента. Андрей Чубченко. Я бы на твоем месте не горячился. За убийство сотрудника вплоть до пожизненного. Возвращение. Премьера. Во вторник в 21:15 на НТВ. Новый сезон любимого сериала. Если ваше предложение возглавить полицию Ветровского района еще в силе, то я согласен. Но у меня есть одно условие. В Ветрове мне понадобятся свои люди. Те, на которых я смогу положиться. У нас тихий город, и мы дорожим этой тишиной. Три трупа вы называете тишиной? Вы как хирург, которого вызывают вырезать опухоль, если у других это не получается. Ты ж понимаешь, что у меня не будет ни единого шанса, ни единого. Акробат меня сразу грохнет, как только увидит. Андрей Чубченко. Это твоя легенда. Прочти, запомни, потом уничтожь. Прям как в кино. Как в жизни. Шеф, возвращение. Постарайтесь в ближайшие пару дней остаться в живых. Смешно шутить. Это была не шутка. Премьера во вторник в 21:15 на НТВ.